всерьез и понарошку истории про Тошку. Его друзей надежных хотим вам рассказать. Друзья все время рядом, они друг другу рады. В беде придут на помощь, и так пора начать. Давай без опоздания, минуточку внимания. Приветствует и радует всех Тошка и компания. Приветствует и радует всех Тошка и компания. Приветствует и радует всех Тошка и компания. Пока космические корабли наблюдают из космоса, в какие игры играют дети на нашей планете, кто лучше всех играет в прятки, кто дольше всех прыгает через скакалку, а кто весь день играет в компьютерные игры, у нас в окрестностях озера Нарыч начинается новый день. Что ж, посмотрим, что нового случится. Майский. Очень приятно, Тошка. Будь здоров. Ой. 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 Непорядок. А теперь порядок. Какая-то подозрительная тишина. Слева, справа, осторожно, опять проиграла. Первый уровень. Так. Осторожно, еще немного. Обходим справа. Хорошо? Вы проиграли. А счастье было так близко. Еще раз. Нет, теперь я. Я? Уж я-то в два счета управлюсь. Первый уровень. Ха! Детский сад. Сейчас я вам покажу, гадкие палочники, кто тут чемпион чемпионом. Раз, два. Еще капельку с хвостиком. Вы проиграли. Не может быть! Я чемпион чемпионов! Подвинься, чемпион, моя очередь. Нет, моя. Приветики, какие проблемы? Мы никак не можем пройти первый уровень. Эти палочники слишком быстрые. Ха! Сейчас я вам покажу, кто еще быстрее. Первый уровень. Начали! Нереально! Тошка, ты прошел первый уровень! Я же говорил, элементарно! Второй уровень. Привет! Я не помешал. Эй, здесь есть кто-нибудь? Попробуем по-другому. Тошка, смотри, что я вам принес. Тошка, Буся. Кто-нибудь может, как я? Тошка, это я, твой дедушка. Ку-ку! Вы проиграли. Ну вот, деда, это все из-за тебя. Еще чуть-чуть, я бы перешел на другой уровень. Тоже мне. Не можешь одолеть какую-то компьютерную блоху. Какую-то? Это тебе не на скакалке скакать. Да я. Вы пока в мячик поиграйте, а я этих блох в один миг перепрыгаю. Дедушка совсем не в теме. Интересно, а зачем эта штуковина? Первый уровень. Кто там? Тошка, там кто-то есть. Ха, дедушка, тебя ждет много нового. Ладно, где наша не пропадала? Смотри, не сломай.
Нам надо еще последний уровень пройти. Но это недолго. Пока можно размяться. Эй, ты, невидимый голос. Сейчас я с тобой в два счета управлюсь. Получилось! О, нет! Мой девиз, никогда не сдавайся. Поймаешь, не поймаешь? Гуся, лови! Мой любимый мячик. Я заболел? Или мне показалось? Показалось. Эй, деда, ты в порядке? Похоже, дедушка подхватил компьютерный вирус. Последний уровень. Нереально! Ему остался последний уровень. Крутяк! А говорил, никогда в руках джойстик не держал. Дедушка, может, уже хватит? Кажется, ты заболел. Я заболел? Да я здоров, как майский жук. Салют, дед Бульбаш. Так вот ты какой, невидимый голос. Вы кто? Я, компьютерный вирус Саранча. Последняя версия. Дедушка! Дедушка! Буся, Гуся, где вы? Где это я? Куда я попал? Ау, дедушка! Буся, Гуся! Дедушка? Где-то я уже это видел. Нет, эту ягоду я трогать не буду. Думаешь, он придет? Никуда не денется. Здесь что-то не так. И где дедушка? Эй, вы! Хватит играть! И где мой дедушка? Он очень болен! Что-то ты долго! Мы тебя заждались! Ты хотел увидеть дедушку? Сейчас ты его увидишь! Я знала, что ты придешь! Настоящий товарищ своих друзей в беде не бросает! Хвалю! Где мой дедушка? Ты хотел спросить, где король видеоигр? Дедушка король? Да, самый настоящий король видеоигр. Дедушка, нам надо домой. У нас много дел. Нет дела важнее, чем пройти последний уровень. У тебя, Тошка, как раз есть шанс пройти последний уровень и стать новым королем. Но если проиграешь, навсегда останешься в моем королевстве. А если выиграю? А ты сначала попробуй. Настоящий дедушка учил меня никогда не сдаваться. Деда, брать чужое нехорошо. Главное пройти последний уровень. Все остальное не имеет никакого значения. Деда, это я, Тошка, твой внук. Ты узнаешь меня? Не смеши меня, незнакомец.
В этой игре король я. Здесь мне нет равных. Осталась самая малость. Стойте, я понял. Мы попали в игру, а значит сейчас все наоборот. Сейчас не мы управляем игрой, а игра управляет нами. Но если мы вернемся обратно, то сможем эту игру прекратить. Мы так не договаривались. Чувствую, пора вмешаться. Игра окончена. Вы проиграли. И теперь оба навсегда останетесь в моем королевстве. Неправда. Никогда не поздно вернуться назад. Ну, погодите. Вы обо мне еще услышите. Эпшки! Эй, деда, ты здоров? Похоже, я заболел какой-то странной болезнью. Я начинаю делать то, чего вовсе не хочу. Какая ужасная злая болезнь. То есть хочу, но понимаю, что у меня есть еще более важное дело. Пройти последний уровень. Самое важное дело сделать так, чтобы злая саранча вас никуда не утащила. Ведь потом я вас могу не найти. Прости, дедушка, что мы не доиграли игру. Да ладно. Сейчас я чувствую себя абсолютно здоровым. Эй, Гуся, лови мяч! Мой мячик! Неужели эта зеленая саранча снова вернулась? Она не вернется, пока мы сами ее не позовем.